Президент Армении Серж Саргсян предложил создать в рамках ОДКБ организацию для подготовки миротворцев. Он отметил, что в ходе председательства Армении в ОДКБ большое внимание будет уделено миротворческим кампаниям. Назрело время для создания базовой организации для подготовки миротворцев ОДКБ. В качестве основы для этой базовой организации предлагаем рассмотреть Центр подготовки миротворческой бригады ВС Армении. Мы готовы поделиться опытом, накопленным за более чем 10-летнее участие в различных операциях, заявил президент на заседании Совета ОДКБ в Душанбе. ОДКБ объединяет Россию, Белоруссию, Армению, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Коллективные силы оперативного реагирования, КСР, были созданы в 2009 году и насчитывают 22 тысячи человек. Кроме них в коллективные силы ОДКБ входят коллективные силы быстрого реагирования, КСБР, Центральноазиатского региона, коллективные миротворческие силы и коллективные авиационные силы и силы специальных операций.